Депутаты Костомукши поддержали инициативу своих коллег из Петрозаводска изменить порядок выборов глав городских округов. Напомним, те на последней сессии предложили, чтобы мэров избирал депутатский корпус из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Инициатива, считают депутаты, повысит качество работы мэра и ответственность за исполнение полномочий. Глава местной администрации, прошедший отбор, исходя из своих профессиональных качеств, будет отвечать за ее эффективную работу и развитие муниципального образования в целом. Мы понимаем, что, во-первых, не говоря уже о том, что не тратятся бюджетные деньги на выборы мэра, четко понимаем, что прошедший через комиссию и через голосование депутатского корпуса и назначенный сити-менеджер, он будет заниматься только хозяйственной деятельностью, меньше подвержен каким-то политическим интригам и дрязгам будет. И я надеюсь, что просто качественно будет выполнять свою работу. И еще немного, если возвращаться в историю города Петрозаводска, то мэр, которого с любовью вспоминают жители, Сипсиков в частности, это своеобразный сити-менеджер, который очень удачно показывал опыт управления городом. С предложением поддержать эту инициативу петрозаводские депутаты обратились к костомукшским накануне. И большинство народных избранников на сессии проголосовало «за», отметив несколько существенных плюсов новой выборной системы. В этом варианте, в предлагаемом, существует все-таки фильтр в виде комиссии, который как раз и будет по понятным всем, по прозрачным правилам, открытым оценивать компетенцию кандидатов. Представительный орган муниципального образования, он будет уже выбирать из представленных кандидатов, что позволит в будущем, лучше налаживать взаимоотношения рабочие и спрашивать с этого кандидата представительному органу. Известно, что после избрания на прямых выборах сообществу сложнее уже спрашивать со своего избранника. Напомним, что изменения в федеральные законы вступили в силу в конце мая прошлого года. Они позволили регионам выбирать, какая именно модель местного самоуправления им подходит. В Карелии подавляющее большинство муниципалитетов высказались за избрание глав районов депутатами районных советов из их состава. С моделью местного самоуправления в Петрозаводске-Костомукше определяться на сессии карельского парламента.